Шумбрат Бразерс. И сегодня мы продолжаем проходить GTA 3. Готовим чеферюху и усаживаемся за просмотр. Погнали. Так. Опа, точила нас ждет уже. Так, по карте нам куда поедем? Подъехали. Ограбление фургона. Значит так, мы решили грабануть инкассаторский фургон. Он каждый день выезжает из Чайнатауна. Пули его броню не возьмут, так что тебе придется таранить его своей тачкой. Хорошенько его помни, а посланный охранник сам сбежит. Потом отгони его на склад в доках, а мои парни позаботятся о нем. Давай уже за работу, они не будут вечно кататься по городу. Молчаливый какой-то у нас персонаж. Так. Нам бы тачку какую-нибудь помощнее. Типа вот фургончика. The undisputed champ. Joe, we bang him like this. Joe, Pellegrino. It's casting being nice nowadays. Yeah, check this. I'm probably the illest MC, believe it or not. Speak from the heart. Disagree, let's meet at the park. You better rock some men's shoes and take a leap from a yacht. To be that bullseye, penetrate with the lethalest dart. Hush, puppy, you a tame dog. We trees for the bar. What burn a hands out your drawers? You're reaching for. Electrified and dope, leave him in shot. Feeling this top, my head kicked back. Music, my video. And buying guitars, cause I'm about to teach him to rock. Kids, yeah, I'm bouncing all around. Goes out to the South Street hoods. Yeah, I think it's just the North Living Massive. Past the point of no return. Reach the top, but still you gotta learn how to keep it. Ты зовешь свой сладкий притон. Я не пойду, я там уже был. Когда-то меня притон приютил. Так, нам надо копать. Прихнуть. Ну,
Эльдура хочет продолжить тебе одно дело. Так, нам надо бы пистолетик где-то найти. Достань себе быструю тачку, и если выиграешь гонку, получишь приз. Попробуем. Так, а быструю тачку где нам взять? Thinking you sick as you sick looking, I'm heated. And I'ma go to trial blowing my triggers. You don't even think, bro. You need to smile more in your pictures. Split somebody and serve them. Who style you bit? The bit like 10 to bit somebody. Top of the world. All that's around you is beneath me. Me learning from your mistakes is the only way you can teach me. More thunder, cock and big heat. So underground acts would be to get more under 6 feet. Man, your missiles. I plan to ditch you. Unleash with about 30 punches before the first lands and hit you. I doubt y'all. Что взять полицейскую попробую?
Так, последняя, что ли? Не, не последняя. Как я стучу, весь город надо исколесить. Эй-эй-эй! Финиш. Оп. Оп. Отлично. Так, где? Опа. О, шофер Сиприан. Да, я знаю, Тони, я все отрегулировал. Она прям мурлычет. Послушай сам. Оу, а вот и тот парень, о котором я говорил. В общем, этот парень не итальянец и не механик, но он справится с любой работой. Это Папс Капа, Тони Сиприани. Эй, я Тони Сиприани. Отвези его в мамочкин ресторан на Сент-Марк, хорошо? Послушай, у меня тут намечается одно дельце, и мне нужен хороший водитель. Так что заходи ко мне попозже, ладно? Окей, парень, сперва доставь меня в прачечную в Чайна-тауне. У меня там есть кое-какие дела. Эти прачки не хотят платить за крышу. И поаккуратнее веди, Джоуи только что починил эту развалюку. Не превращай ее снова в груду металла, ладно? Thank you.
понимают, что могут тягаться со мной. Триады, со мной. Заходи попозже, и мы дадим им кое-что отстирать. Их собственную окровавленную одежду. Большая стирка. Садись, парень. Сядь уже, черт тебя дери. Так значит, прачечная отказывается платить за крышу? Эти триады думают, что могут тягаться со мной. Давай покажем этим крутым парням, что значит быть действительно крутым парнем. Никто из нас не отступал перед триадами. Твой отец упокоил без пыль, уже не цаскался с ними. Да, ма. Я хочу, чтобы ты взорвал все фургоны прачечной и прикончил всех триад, что станут у тебя на пути. Все, что для этого нужно, ты можешь взять у Эйтбола. He's not good. She's the mother of my children. Hey, I can read. What's up? More mozzarella. Hey, buy a dollar. You got your number. Real good restaurant. Thank you.
the boss. Катафалк со вкусом. Со скумсом. Прекрасно. Просто прекрасно. Отлично. С тобой-то я и хотел поговорить. В общем, у кафе рядом с местом Калахан стоит катафалк со жмуриком. Один из братьев Фредди решил, что он слишком умный, поэтому получил по заслугам. Отвези его тело в дробилку в Харвуде, ладно? Отвезю. Мопса и скоро выпущу сети из Донецкого Келишкокса. Вообще-то сомневаюсь, что до смерти мне времени хватит. Достали провокаторы в вахтовских погонах. Дядя, мне на днях девятую фотку докторам белых халатов. Хочу зирить месячишку в кризовых халатах. Поймите, ребята, я по жизни бродяга, писатель. Пишу, как пьет каска, сажу жизнь в стадии. Никогда не тратил время на тишину. Лишь только на черно-белые бинты. Где бы я ни был, через одного мечтают меня щелкнуть. Кривые взгляды, как цыганские иголки. Готовченко и Easy Money.
Мзда. Да он не пошел убивать людей, ну или хотя бы пытаться. Он никогда не станет таким авторитетным, как его отец. Он оставил записку на столе. Прачечная согласна платить. Ты все сделал как нужно, парень. Иди забери деньги и принеси их мне. Остерегайся, триад. Они решили поджарить твою задницу. Но не бери это в голову. Никто. Повторяю, никто не связывается с Тони Сиприани. Фаер-шоу. Драпай оттуда. Это за воли. Thank you.
Опа. Семейный совет, Саль. Вот Тора. Он в санатории решил нас всех собрать. Мне нужно, чтобы ты заехал в Джо и забрал лимузин его самого из гаража. Затем отправишься в клуб Луиджи и потом заедешь за мной. Затем мы все поедем к боссу и его особняк. Эти триады должны знать свое место. Они хотят войны, они ее получат. Ну что? Все? Ты молодец, парень. Ты хорош.
Идем, познакомлю тебя с Доном. Эй, Луиджи! Салюторе, мои девочки по тебе соскучились. Тебя так долго не было. Передай им, что как только мы закончим это дело, сразу же отправимся в клуб и отпразднуем, ладно? Вот он, мой мальчик. Ты еще не нашел себе невесту? Эй, твоя мама, упокой Господь ее души, перевернулась бы в гробу, если бы увидела тебя без жены. Я знаю, па, я работаю над этим. Тони! Как твоя мама? Знаешь, она прекрасная женщина, сильная, Флоренция, у нее все нормально. Хорошо, прекрасно, прекрасно. Слушайте, парни, проходите внутрь, а я пока поговорю с нашим новым другом. Я смотрю, ты многое для нас сделал, мой друг. Прогулка. Мне с приятелями нужно поговорить о делах, а тебе придется этим вечером присмотреть за моей девчонкой. Эй, Мария, тащи сюда свою задницу. Эту глупую девчонку постоянно приходится звать. А вот и она. Единственная неповторимая королева красоты. Чем ты там занималась? Наверняка тратила мои деньги. Но ты же не хочешь, чтобы я тут крутилась и мешала вашему разговору? Садись в машину и закрой свой рот. Возьми мой лимузин, но верни его в целости и сохранности. И смотри, чтобы она не влипла в историю. Да, да, да. Уверена, что твой новый пес сможет обо мне позаботиться. Вон он какой здоровый. Эй, Тузик, давай разживемся гостинцами у Чика. Я думаю, он должен быть где-то на железнодорожной станции у берега Чайнатауна. Тузик. Вечеринка, которая на складе, к востоку от пристани Атлантик. Спасибо, Чика. Увидимся. Благодарствую, наслаждайтесь. Это хороший товар. Пристани Атлантик.
Это облава. Эй, Тудик, сматываемся отсюда. Приехали. Знаешь, я уже давно так не веселилась, и ты хорошо со мной обращался. С уважением и все такое. Я лучше пойду. Надеюсь, увидимся попозже. Конечно. Так, связи сохранились. Вот, блядь. Рискован. Ну что, любые друзья, на этой грустной ноте арестанта будем прощаться. Не забываем. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Пишем комментарии. Всем пока.